Так, парни, всем привет. Все, наступила весна, тепло. Снег растаял практически весь везде. Гололеда уже нет. И самое время переобуться. Переобуть летнюю лысую резину на нормальную. Всю зиму откатал на лысых сликах. Чисто слики летнюю в гололед. Короче, вам скажу, удовольствие еще то. В гололед зимой кататься на чистых сликах летних. Так что удовольствие еще то. Да, парни, вот про что я говорю. Вот на таких вот сликах откатал всю зиму по гололеду. Шкамутало не по-детски. Ну а что сделаешь? Зимой хорошую резину, летнюю не найдешь. А как говорится, готовь сани заранее. Вот сейчас как раз таки и самое то. Зиму откатать на летних сликах. Это летний континенталь. И весной купить более-менее нормальную резину. И задок то же самое. Задок чуть-чуть получше задок. Короче, спускал резину, чтобы более-менее как-то трогаться и ездить. Трогаться и ездить зимой. Вообще катастрофа. Да, вот последние остатки зимы. Последний снег, я так думаю. И как раз самое время переобуться. Скинуть летнюю резину весной. Офигеть, охренеть. Вот, короче, я гусь еще тот. Да, так, вот такие вот баллоны. Выкопали в сугробе из-под снега с водой. Все как положено. Вон она, водичка. Сейчас надо их протереть, высушить, воду эту убрать. Отсюда, вот, чтобы нормально забортировать все. Короче, вот увидел, в сугробе лежат, говорю, выкопай мне из сугроба их. Уже же все, весна же ведь началась. Вот последние, как скажем, подснежники вылезли. И, короче говоря, забрал эту резину. Она ничего такая. Мощная. Почти новая. Почти новая, сказать. Сколько ей? 17-го года выпуска. Вот, на одном баллоне, только вот тут вот внутренний. Вот, ободок стертый, а так он жирненький. Вот такая. Китайская. Made in China. Ну, протектор хороший. Такой бодрячковый. Где я видел? Тут написано Made in China. Где? Вот, 17-й год. А, вот она, Made in China, Chinese. Made in China. Call Star. Ничего себе, Call Star. Что тут? Мили Макс. Мили Макс Call Star. Call Star. Мили Макс Call Star. В общем-то, эту резину сейчас забортирую. Так, ребятки, воду подсушил, тряпкой убрал из баллонов. Так. Теперь можно ехать бортоваться. Ну, в принципе, неплохая, я думаю. Резина нашлась в сугробе. Как раз ждала меня. Всю зиму ждала. Довольно такая жирненькая.
Короче говоря, взял 4 баллона и тормозной диск. Вот он, тормозной диск. Вот такой вот. Потому что один диск тормозной вот с той стороны, ну уже все, ему хана. Вы видели, да, в предыдущих роликах я это показывал. Там даже мне люди писали, что диски давно уже под замену. Вот такой вот диск прикупил. И 4 баллона. Обошлось это все мне... сколько? 100... 150 долларов. 150 долларов, короче, отдал. За 4 баллона и диск на разборе спринтеров. Все, поеду переобуваться. Ну да, конечно. Экстремал еще тут на лете. Всю зиму прокатался, охренеть. Ну, а что сделаешь? Как говорится, у нищих слуг нету. Все зависит. Вся жизнь наша упирается. Могу в возможности. Могу или не могу. Ну, вот сейчас смог. Так, ну что, первый баллон ушел. Вот он уже обулся. Да, достаточно он хорошо забалансировался. Грузика мало взял. Вот здесь один. И вот здесь 30-40 грамм. Да нормально, я думаю, будет. Зато протектор жирный. Не то, что мой тот гоночный, лысый слик. О, другое дело. Оно и сразу получше. Бодрячком, бодрячком. Так, вот и второй пошел. Но этот больше взял грузика. Этот взял вот столько. 30-30. Этот с этой стороны взял 30-ку. Нет. Тоже. Где-то. Сколько там? 80 грамм взял. Чуть-чуть диск этот кривой. Вот тут вот. Эта сторона, вот ободок. Просаженная. Ну, в целом неплохой. Так, не бьет он, не прыгает. Пойдет нормально. Вот третий ушел. Но, кстати говоря, он самого меньше всех взял грузиков. Вот один. Тот же самый, что и у меня и стоял грузик. И вот эти два. Сколько тут? По 10 грамм, 20 грамм грузиков. Но только у него, вот видите, немножечко зализанная внутренняя часть. Вот. Ну и фиг с ним. На задок, на задке пойдет. Зато он ровный. Не, даже и не прыгает. Все, вот он и четвертый ушел. Кстати, он самый жирный протектор. На задок его поставил. Потому что он тоже чуть-чуть, он там внешняя, это внутренняя кромка, немножечко тоже подлизанная. На задке прикатается, потом я его перекину. Потом я перекину его на передок. Это хороший баллон, достаточно тоже ровный. Не прыгает, не скачет. В общем, другое дело, когда жирная резина, сразу бодрячковый внешний вид становится. Сразу как-то машина бодрая. Бодрячком выглядит. Да не, хороший протектор. В общем, она мне всю зиму, эта резина, ждала под сугробами. Сугробы расставили, ее продавец выкопал. И я ее забрал. Короче, в конце зимы, весною. Ну, так вот. Вот, а эти баллоны останутся про запас, пусть лежат. Да что, они еще как новые. Да, свеженькие. Особенно вон те два на передке, которые стояли. Прям вообще как будто только-только с целлофана. Сейчас вот этот диск
поеду токарю отдам, немножко чуть его пусть на станок кинет, проверит его как, короче, может быть его чуть-чуть, немного слегка тоже придется точнуть, возможно, и его поменяю, поставлю его вот сюда, на эту сторону, на это колесо его поставлю. Вот сюда его поставлю, потому что здесь, ну вы помните, да, внутренняя сторона колодки вот так вот была, по диагонали работала, и внешнюю кромку диска вообще сожрала, короче. А сейчас я же сделал суппорт, направляющий пальцы ему сделал, поправил, сейчас суппорт ровненько ходит. Вот, и новые колодки сюда я поставил, так чтобы не ухерачить новые колодки, сейчас здесь заменю тормозной диск. Домой приеду и займусь этими делами.